А тем временем у нас в гостях Силаева Светлана. Светлана, расскажите, пожалуйста, что вы производите и где находится ваше производство? Комбинат Добрынинский находится в Москве. Комбинату в этом году 105 лет. Производит комбинат торты и пирожные, кексы и рулеты, пироги и пирожки. Очень вкусные и очень-очень любимые людьми, нашими покупателями. Ну, Добрынинский у всех на слуху, на самом деле. Это крупный комбинат. И у меня такой вопрос. Какие тогда вы цели преследуете на этой выставке? Что выставка вам может дать? Мы желаем, чтобы наши очень вкусные и любимые продукции у наших покупателей, наши покупатели могли бы купить в каждом уголке всей планеты. Это наша цель. То есть вы наращиваете экспорт, так сказать. И своих мы не забываем, да, Москва, ближайшие Подмосковье, регионы, Россия, ну и за рубеж в том числе. Тем более сейчас, в данный момент, у нас есть поставки Америка, Израиль, Германия. Также мы в начале октября едем на выставку Ануга, также продвигать нашу продукцию. Слушайте, ну у вас просто сумасшедшие успехи уже, и пожелаю вам в дальнейшем еще более укреплять свои позиции. Спасибо вам, Светлана.